Свою роботу продовжила і студія. Вас в ній вітаю я, Наталія Костенко. І зараз до такої теми. В Одесі працюватимуть 145 ялинкових базарів. Йдеться про точки легального продажу зимових красунь, спеціально вирощених лісництвами для свят. Купуючи такі дерева, люди не шкодять природі, а навпаки стимулюють лісові господарства вирощувати ще більше хвойних, аби забезпечити попит. Заступник одеського міського голови Дмитро Жеман повідомив, що ситуація 2019-2020 років не повториться. Нагадаємо, що тоді, 1 січня, комунальники стикнулися з тим, що нереалізовані ялинки і сосни продавці просто кинули на вулицях міста. Саме тому в міськраді вирішили чітко встановити точки, в яких дозволена предсвяткова торгівля. Так простіше організувати прибирання і проконтролювати сумлінність продавців. Всі дерева, які будуть продаватися в цих місцях, повинні мати відповідні сертифікати про походження і бирки на стовбурах. Після Нового року зайві забере міськ Зелентрест, а частину передадуть одеському зоопарку. А ось домашні ялинки викидати в урну і контейнери не варто. Далі цитата. В Одесі буде 42 спеціально влаштованих пункти, куди ви можете принести свою ялинку, а натомість отримаєте цукерку, розповів Дмитро Жеман. Про попит на ялинки цього року, контроль за екобраконьєрами і намагання міста впорядкувати продаж головних символів новорічних свят говоримо з нашим гостем Владиславом Балінським. Будь ласка, Владиславе, вітаю вас. Добрий день. Ви чули зараз інформацію, місто намагається якось впорядкувати продаж ялинок. З того, що ви зараз почули, як ви вважаєте, чи дійсно вдасться, по-перше, зупинити браконьєрів, які з року в рік привозять в наше місто безліч ялинок, сосен і інших дерев, таких ялинкових святкових символів, а потім їх просто кидають і навіть не ясно, звідки вони взагалі взялись? Да, вот видите, даже в самой постановке вопроса уже предполагается, что это взаимосвязанные вещи. То есть коррупция и происхождение, скажем, вот такое пиратское происхождение этих деревьев, на самом деле взаимосвязано. Потому что если есть предпринимательская деятельность, соответствующие документы, есть правильно оформленные договора аренды участков городской земли, на которых можно осуществлять эту торговлю соответствующими документами, значит, уже и происхождение деревьев предполагает, что это официально срубленные деревья. И, кстати, вот я смотрел на тех кадрах, которые вы показывали, ведь там нет чипов на деревьях. Они достаточно видны. Как правило, в нижней части ели или сосны они крепятся, такие бирки, либо желтого цвета, они на стрипсах застегиваются. Вот. Могут быть другого типа, но эти чипы должны быть не в машине, в кулечке сложены, как это часто бывает, вот, а они должны все-таки быть на деревьях внизу и должны быть видны. Потому что даже лесагентство выпустило даже приложение андроидное, его можно загрузить на телефон, просканировать вот этот штрих-код и посмотреть, а откуда же эта елочка или эта сосенка попала, и убедиться, что деньги, которые будут выручены, да, вот там бумажные эти бирки могут быть, вот сейчас показали, откуда это деревце к нам пришло, и убедиться, что деньги, вырученные с продажи, пойдут на развитие лесного хозяйства в дальнейшем. Тогда, конечно, такие деревья стоит покупать. А от скажіть, будь ласка, по досвіду минулих років, такі дерева офіційні, так би мовити, чіповані з документами, чи набагато вони дорожчі, ніж нелегальні? Да, это другая проблема. И дело в том, что у нас в нашем климате значительно тяжелее вырастить сосну, чем, к примеру, в Карпатах. И необходимо затратить и больше сил, и, соответственно, цена выше. Но я хочу сказать, что наша сосна гораздо более красивая, потому что это крымская сосна, может быть. Вот. И внешне она выглядит совсем иначе. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал покупать деревья, выращенные вот здесь, в нашей зоне. Хотя дешевле могут быть привезенные деревья.
А еще дешевле, конечно, будут деревья, которые ворованы вообще без бирок. Но вот такие деревья я бы не рекомендовал покупать, потому что это ущерб, прямой ущерб может быть окружающей среде. И вот, честно говоря, очень хорошо, что город проявил инициативу с точки зрения организации точек продажи, потому что до сих пор это все было стихийно. И вот в частности в Приморском районе я знаю, что все рабатки, все клумбы использовались под продажу растений, вот таких елок предновогодних. Ну, во-первых, люди без документов, с очень такой, знаете, сомнительной внешностью, скажем так, да, они имели крышу либо со стороны полиции, либо со стороны районной администрации, но городу от этого только убыток, потому что, во-первых, вытаптываются те рабатки, те клумбы, которые Горзеленд-3 затрачивает очень много денег и сил для того, чтобы их организовать. Во-вторых, высаженные деревья используются как подставки, как вешалки, как угодно, а порой вообще их ломают, и это большая проблема. Ну и в-третьих, то, что вот последний день продажи, 10 или 9 часов настало, они развернулись, все это оставили и ушли. То есть эта ситуация абсолютно неприемлема, так быть не может. Поэтому инициатива по сбору деревьев, инициатива по организации вот этих договоров на аренду земли и так далее, она очень правильная. Тем более, что деревья можно в дальнейшем использовать для производства мульчи. Я знаю, что Горзеленд-3 в прошлом году уже это делал. Эта мульча очень хорошая, потому что она обладает фитонцидными, ну, содержит масла различные, в том числе фитонциды, и эта мульча способствует тому, что дерево при подсыпке снизу, оно не повреждается, корневая шейка, грибковыми заболеваниями, оно имеет такой антисептический характер, кроме основного своего свойства препятствования испарению влаги. И вот мы в нашем объекте именно использовали такую мульчу. От скажіть, будь ласка, як вважаєте, 145 точок для Одеси – це не замало? Тобто і для покупців, і для реалізаторів місця хватить, буде вдосталь? Не буде в нас такої ситуації, що аби стати з офіційними деревами, з офіційними документами і реалізовувати їх, ще доведеться якось трішки через когось домовлятися? Ну, вообще, я вам хочу сказать, что договариваться приходилось всегда через кого-то. Учитывая ставки арендной платы официальные в город, а я напомню, что это порядка 33 гривен квадратный метр стоит арендовать. Причем управление торговли вообще без проблем. Вы хотите арендовать клумбу? Да, вообще, там какой-то там условно, это же паспорт привязки даже и не нужен, это же не тимчасова споруда. Выписали там на 2 квадратных метра условно, да, дали 20, вот, за другие деньги. Оформили через предприятие свое, там, бонь, либо еще там целый список этих предприятий. Взяли деньги в карман, положили, а город получает сплошной убыток. Так было. Будет ли сейчас по-другому? Мне очень хотелось бы надеяться. То есть пусть ставки мы сейчас изменить, аренды не сможем повысить их, но я думаю, вот знаете, вот эта расстановка, когда с предпринимателя брала фирма-посредник, брала 1100 гривен, а уплачивала в город 35 гривен, ну, это несправедливые расценки. Предприниматель говорит, так я могу 500 платить, но в город и официально, и чтобы меня никто не дергал. Вот. Поэтому пусть сейчас мы, может быть, тарифы пересматривать не будем, но, по крайней мере, отобрать порядочных предпринимателей, которые будут занимать соответствующее место, не лезть на зеленые зоны, не вытаптывать их и так далее, и после себя уберут, и, может быть, еще уберут прилегающую территорию, вот, я думаю, что это было бы правильно. По количеству точек, ну, никто же, мало кто носит их в руках и так далее. В основном люди перемещаются на машине, вот, либо на транспорте. Я думаю, получается, что в каждом районе по 10-15 точек, но этого более чем достаточно, ну, мне так кажется. І останнє в мене до вас питання. Якщо ви ходите з досвіду, знов-таки, попередніх років, то як ви вважаєте, взагалі в Україні і в Одесі попит на натуральні ялинки на Новий рік, він зменшується? Да, мне кажется, что уменьшается, но и это вызвано разными причинами.
С одной стороны, мне бы не хотелось думать, что наши лесные хозяйства деградируют, потому что это большая работа, закладывать посевной материал. Это же надо высеять сначала вот эти саженцы маленькие, которые прорастают из зернышек, потом высадить и так далее. Это большая громадная работа. Для того, чтобы каждый год лесное хозяйство имело достаточное количество деревьев, чтобы обновлялись они из года в год. Вот. Но я вижу все-таки, что спрос понижается, люди, многие предпочитают искусственные деревья, а это тоже большая проблема, потому что искусственные деревья потом на протяжении 500 лет могут засорять, они просто захораниваются. У нас нет такого механизма утилизации этих деревьев, это раз. И второе, сейчас принято считать след теплового загрязнения, так называемый карбонатный след. Вот. И он при производстве вот этого дерева искусственного наносится большой-большой вред окружающей среде. Тобто, наскільки я розумію, з усіх варіантів ви за офіційну ялинку вдома? Да, за офіційну. І якщо у чоловіка вже є іскусственна єль, або офіційна, я все-таки еще пропагандирую высадку деревьев, купленных в питомнике, с корневой системой в коме земли, высадку на таких придомовых территориях, ОСМД, потому что, кроме того, что это прививает у деток любовь именно к живым растениям, это еще и позволяет использовать эти красавицы лесные уже живьем, для того, чтобы совместно вместе с ОСМД, с соседями наряжать. И это такой, знаете, социально положительный такой вот момент. Дуже дякую вам, дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, сьогодні до нас завітав Владислав Балінський, еколог, голова громадського об'єднання «Зелений лист».